Здравствуйте, я Питер Хокли, евангелист Библейской церкви Оксфорд. Я очень рад, что вы смотрите эту программу. Сегодня мы изучим притчу Иисуса о драгоценной жемчужине. Эта притча звучит в двух коротких стихах в Евангелии от Матфея. Однако эти два коротких стиха заключают в себе очень много прекрасных истин. Когда мы подробно изучаем Слово Божие, мы находим много волнующих и вдохновляющих моментов. Когда мы будем читать эту притчу, представьте себе монету, у которой две стороны. Так и в притче есть два прообраза, которые контрастируют друг с другом. Это как две стороны одной и той же монеты. Эта притча словно открывает нам все великолепные картины, контрастные, но одинаково реалистичные и истинные. Давайте обратимся к Писанию и прочитаем притчу о драгоценной жемчужине. Записана она в 13 главе Матфея, 45 и 46 стихах. Иисус говорит здесь, ⁇ Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Иисус рассказывает ученикам притчу о царстве небесном и сравнивает его с человеком, который ищет дорогие жемчужины когда он находит одну драгоценную жемчужину, жемчужину огромной ценности, он идет и продает все, что у него есть, дабы купить ее. Этот человек-эксперт, ценитель и точно знает, чего ищет. Когда он находит одну уникальную жемчужину, он продает все, что у него есть. Это сокровище настолько уникально, настолько ценно и настолько не похоже на все остальное. Он продает все, он готов расстаться со всем, что имеет, лишь бы завладеть этой жемчужиной. Представьте себе такую картину. Человек продает свой бизнес, свою собственность и свою землю. Он продает одежду из своего шкафа, он продает всю свою мебель, все свои личные вещи, все то, что напоминает ему о прошлом, все семейные ценности. Он продает все, что хранилось в его доме, а затем продает и сам дом. Человек говорит, если это нужно, чтобы получить эту жемчужину, тогда я так и сделаю. Если можете, просто представьте себе этого человека. Он сидит, и у него больше нет ничего, кроме одной жемчужины в руке. Это единственное, что у него есть, однако он совершенно счастлив. Его сердце довольно. Он наполнен миром миром, его радость безгранична. Ему больше ничего не нужно. Он больше ничего не хочет. Ему достаточно одной жемчужины. Иисус говорит, что таково же Царство Небесное. Вернемся к монете и к одной из ее сторон. Одному из образов, о которых говорит эта притча. Первый образ ⁇ это купец, который символизирует людей как и купец из этой истории. Люди повсюду ищут драгоценные жемчужины. То главное, что придаст их жизни полноту. Они ищут в самых разных местах и самыми разными способами. Некоторым людям кажется, что они знают, чего им не достают. Они думают, что понимают, что нужно приобрести, дабы их жизнь наполнилась смыслом. Другие даже и не догадываются, что именно они Ищут. Они просто знают, что им чего-то не хватает. Их сердца томятся, они неустанно ищут порой даже на ощупь. Как вы знаете, в мире есть много разных жемчужин. Люди ищут самых разных вещей, дабы заполнить пустоту в своей жизни. Вы знаете, что деньги это тоже жемчужина. Одна из самых привлекательных жемчужин в глазах людей это жемчужина богатства. Люди убеждены, стоит им завладеть жемчужиной богатства, и они будут счастливы. Однако Писание говорит в первом послании Тимофею, 6 главе, 9 стихе, «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Представьте себе это погружение в бедствие и пагубу. Люди действительно делают это ради денег. Ради богатства они отказываются от своего достоинства, от своей искренности, чести и морали. Люди готовы пойти на многое, на большие компромиссы, дабы завладеть жемчужиной богатством. Однако в 10 стихе той же главы сказано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Они думали, что это ключ к счастью. Однако сами подвергли себя многим скорбям. Деньги могут купить многое, но не могут купить счастье. Все, что им под силом, это удовлетворение плоти за счет материальных вещей. Однако все это поверхностное. У человека много составляющих. У личности человека много глубин, и образование это еще одна жемчужина. В нем нет ничего плохого, оно дает большие преимущества. Это цен, учиться, развивать дисциплину, приобретать различные навыки. Это очень помогает нам в жизни. Это полезно питать наш разум. Главное наполнять его правильной информацией. Но опять же у нас есть глубины, которые остаются нетронутыми и неизмененными. Сколько бы тестов мы не сдали, сколько бы квалификаций или ученых степеней не приобрели. Путешествие — еще одна жемчужина, как и жемчужина опыта. Мы можем посетить много разных мест, многое попробовать, и это расширит наши горизонты. Мы можем ощутить вкусы разных культур и узнать традиции разных стран. Мы можем увидеть многое интересного и насладиться многообразием различных приятных вещей в своей жизни. Но этот путь бесконечен, верно? Мы не сможем испытать достаточно, потому что радость от этих этих вещей быстро проходит. И тогда мы жаждем еще какого-то опыта, который будет лучше предыдущего еще каких-то неведомых нам приключений. Еще одна из самых популярных сегодня в мире жемчужин — это жемчужины популярности. Многие думают, что стоит им только завладеть популярностью, и все будет в порядке. Мы будем определенным образом выглядеть, одеваться, говорить и действовать, и тоже будем популярными. К этому можно добавить гиперпопулярность или славу. Сегодня так много людей, особенно на молодежи, которая агрессивно всеми силами ищет себе славы. Сейчас появилось целое поколение знаменитостей, идолов, звезд реалити-шоу и соцсетей, которых обожают целые армии фанатов по всему миру. Они с головой ушли в мечты об известности. Им кажется, что это ключ к счастью. Единственное, что важно быть знаменитым, позировать на красной дорожке, раздавать автографы и иметь миллионы фанатов в сетях. Но если соскоблить верхний слой глянца такой жизни, вы увидите, насколько все мелко, пусты и бессодержательны души этих знаменитостей. За свою жизнь я слышал много историй о мужчинах и женщинах, которые поднялись на вершину славы, достигли пика популярности и обнаружили, что там совсем ничего нет. Там только о пустоты, одиночества и суеты. Проблема всех тех жемчужин, о которых я упомянул, в том, что жемчужина денег и богатства, образования, путешествий и опыта, популярности и славы, способна утешить только плоть и временно удовлетворить разум. Однако Дух, невидимая внутренняя искра жизни, сотворенный по образу Бога, остается незаполненной, нетронутой и неизмененной. Есть главная проблема всех наших поисков и скитаний. Мы продолжаем существовать отдельно от Бога, который нас сотворил и дал нам жизнь. При этом есть жемчужина невероятной ценности, невероятно уникальная и неповторимая, обладающая силой коснуться всех глубин духа. Это жемчужина ⁇ Личность Христа. Для тех, кто находится в поиске, Христос ⁇ это жемчужина огромной ценности. Это драгоценная жемчужина, потому что только в нем вы найдете мир. Каждое сердце жаждет покоя, который сохраняется вопреки всему, что происходит в вашей жизни. Этот покой не уходит, что бы ни происходило, а в этой жизни время от времени будут появляться разного рода проблемы, всегда будут какие-то сложные ситуации или неприятности. Вопрос в том, как оставаться в покое, несмотря на неприятности. Возможно ли сохраняться внутренний покой, даже если внешние условия больше похожи на шторм? Ответ ⁇ да, возможно. Через Иисуса Христа. Он сказал в Евангелии от Иоанна ⁇ Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, именно во мне. ⁇ в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иисус обещает, что в нем вы можете иметь мир. Опять же сказано в шестой главе, Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Иисус хлеб жизни утоляет голод сердца и наполняет пустую душу. С ним радость становится совершенной. Я не говорю о какой-то поверхностной радости. Глубоко в вашем духе будет колодец, который никогда не пересохнет, яркий свет, который всегда будет излучать Божью любовь. Он никогда не угаснет и не изменится. Он никуда не исчезнет. Иисус — тот самый покой. Далее в Евангелии от Матфея сказано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Все обремененные и уставшие, изголодавшиеся и опустошенные, заблудшие и неудовлетворенные, потерявшие надежду и страдающие от боли». Иисус дает вам такое обещание. «Придите ко мне, и я успокою вас. Успокою и утешу ваши сердца. Деньги не могут это купить. Слава не поможет этого достичь. Образование этому не научит». Однако на земле миллионы людей, как и многие из вас, могут сказать «Да, я нашел этот покой, Даром мгновенно, через Господа и Иисуса Христа, в тот момент, когда я призвал Его имя и поверил в Него. Да, Иисус ⁇ это жемчужина огромной ценности, потому что только Он дарит покой в этом мире. Также Он единственный, кто дарит нам надежду в будущем мире. Если вы думаете, что наша жизнь ⁇ это все, что может быть, вы ошибаетесь. В послании к евреям сказано, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, мы живем один раз, Умираем один раз, и после этого суд, а затем вечность. Сидя дома и смотря нашу программу, вы можете думать, что после смерти ничего нет, но вы вновь ошибаетесь. Прямо сейчас вы двигаетесь вперед, и с каждой секундой и минутой вы все больше приближаетесь к тому моменту, когда вы навсегда покинете этот мир. За горизонтом этой жизни есть бесконечное существование. Единственная надежда, которая у нас есть, когда мы навсегда переступаем порог жизни, это Иисус Христос. Он Небесная лестница между небом и землей. Он лестница в небо. Написано, Иисус говорит, Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не сможет войти во врата небес без Иисуса. Опять же, сказано в первом послании Иоанна, свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Это чудесно, что Бог даровал нам вечную жизнь. Но как Он это сделал? Сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Но обратите внимание, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Иисус предупредил нас в Евангелии от Марка, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Просто представьте, что вы вдруг завладели всеми теми жемчужинами, о которых я говорил, Завладели всей известностью, богатствами, популярностью и интересом людей, приобрели великолепный и разнообразный опыт, побывали во множестве красочных уголков мира. Представьте, что вы всему научились, узнали все, что только возможно, и получили все возможные степени, что вы приобрели весь мир и в итоге потеряли свою душу. Мы повредим своей душе, если с верой не доверим ее рукам Иисуса Христа, потому что Он единственный, кто может повести нас в вечность в Царство Небесное. Вы можете удивиться, почему мы не можем сделать это сами, почему мы не можем купить право входа, заработать с его добрыми делами или заслужить это право с помощью религии. Проблема в том, что мы согрешили против Бога. Каждый из нас запятнан этими духовными пятнами, которые когда-то вынудили нас пренебречь нашим Создателем, говорить и делать такие вещи, которые наша совесть велит нам не делать. Говорить или вести себя так, как не нужно, или не говорить и не вести себя так, как следует. Если бы Бог, который будет судить всех нас, должен был осудить нас за наши Грехи, никто из нас не имел бы шансом но слава Богу, Иисус, та самая драгоценная жемчужина. Потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Сын Божий взошел на Голговский крест и взял наши грехи на себя. Он заплатил высокую цену Своей кровью, своей жизнью, чтобы приобрести нам спасение. На третий день Святой Господь, будучи убитым, воскрес. Теперь Он живет вечно, чтобы быть мостом между грешниками и всемогущим Богом, благодаря Иисусу, благодаря Его смерти и воскресению. Наш Бог теперь восседает на престоле благодати и протягивает миру руку милости. Все те, кто принимает Иисуса своим Господом и Спасителем, все те, кто принимает то, что Христос сделал для них на кресте, могут получить прощение всех грехов и родиться свыше для новой духовной жизни. Во втором послании к Коринфянам сказано, и так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Иисус — это драгоценная жемчужина. Потому что только через Него бунтари могут стать праведными, грешники — святыми, чужие — сыновьями, и потерянные и духовно мертвые могут найтись и ожиться. Надеюсь, вы видите, насколько драгоценна эта жемчужина, Иисус Христос, насколько она дорогая, насколько бесконечна ее важность для каждого из нас, Господь достоин. Как и тот купец, вам нужно быть готовыми все отпустить, дабы принять Сына Божьего. Вы должны захотеть убрать все барьеры, которые стоят между ним и вами. Без сомнений, избавьтесь от своей гордости и самоуверенности. Будьте готовы расстаться, если нужно, со своей репутацией, если будут люди, которые не поймут вашей веры и обидятся на вас за то, что вы полюбили Иисуса. Читайте Библию и ходите в церковь. Следуйте за Христом, чего бы вам это ни стоило. Это путь христианства, положить свою жизнь, взять свой крест и следовать за ним. Следуйте за Христом независимо от креста, даже если для этого время от времени нужно будет забыть о комфорте и удобстве, даже если для этого нужно выйти из зоны комфорта. Вы должны быть готовы стать подобным этому купцу, у которого ничего не осталось, кроме этой жемчужины, кроме веры в Господа и Иисуса Христа. И знайте, вы не будете разочарованы. Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. А теперь давайте взглянем на другую сторону этой прекрасной притчи и рассмотрим другой образ. Это подлинная картина, и именно тот образ, который Иисус пытался объяснить своим ученикам. То послание, которое Он нес им с ключевой и более важной истиной. Этот образ заключается в том, что купец символизирует Иисуса. Тот, кто искал жемчужины, — это самый Иисус из Назарета. Драгоценная жемчужина — это вы а вы — сокровище бесконечной ценности для Бога. Какие бы чудеса Он не творил в этой вселенной, каких бы существ, животных или ангелов Он не создавал, во всем творении для Него нет ничего столь же дорогого, как человек. Некоторые христиане нервничают, когда я начинаю об этом говорить. Они готовы наказать меня за то, что я называю вас драгоценными жемчужинами. Им хотелось бы слышать о том, что человек грешник, лишенный славы Божией, не способный соответствовать Божьим стандартам святости и соблюдать его святой закон, потому что человек развратился внутри себя из-за нечистоты и злых наклонностей. и может показаться, что я недооцениваю серьезность греховности человека и ее страшных последствий, но дело вовсе не в этом. Я согласен с оценкой и диагнозом пророка Иеремии, который сказал, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Я уверен в этом, уверен в том, том, что сами по себе люди недостаточно хороши, чтобы заслужить себе путь на небеса и обладают своей праведностью. Но это не важно, потому что все это не влияет на нашу ценность для Бога. Ваша ценность не определяется вами и вашими действиями, вашими словами и поступками. Мы не делаем себя ценными сами. С самого начала Бог решил наделить нас ценностью. Он сделал нас объектом своей любви и ценит нас как великое сокровище. Для Него вы и ваша жизнь — это жемчужина невероятной ценности. Ради вас Иисус, как тот купец, пришел и отдал все, чтобы приобрести вас. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, точно так же, как купец в притче, который пошел и продал все, что у него было. И Иисус отказался от своего величия и славы Отца, которая была дана Ему прежде создания мира». Он отказался от всех привилегий, которые были у него на небесах. Он оставил свой трон, отказался от своей репутации, приняв образ раба, когда он пришел на эту землю, подобный человеку. Иисус облег свою божественную природу в плоть. Только представьте, Господь всей вселенной решил принять положение раба и добровольно ограничил свою земную жизнь рамками и ограничениями нашей природы. Он испытывал голод и жажду точно так же, как мы. Он уставал и ел точно так же, как мы. В конечном итоге он истек кровью и умер только для того, чтобы завладеть прекрасной жемчужиной человеческого сердца. Мужем скорбей стал он, изведавшим болезни. И вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Он действительно положил свою жизнь, дабы приобрести бесценную жемчужину и радоваться, обладая ею. Мне интересно, видите ли вы перед собой этого купца с его жемчужиной. Это Иисус, и драгоценность в его израненных гвоздями ладонях — это вы. Вы, друзья мои, вы — все, что ему нужно. Возможно, кто-то называл вас бесполезным или никчемным, но для Божьего Сына вы бесценны. Возможно, в прошлом вы пережили насилие и плохое отношение. Кто-то воспользовался вами, подставил вас, а затем отверг и прогнал. Но Иисус бережно поднимет вас и после этого никогда вас не отпустит приходящего ко мне, не изгоню вон. Бог верен нам. В жизни происходят разные события и происшествия, которых мы никогда не ждали. Иногда что-то может пойти не так, катастрофически не так, и причинить вам боль. Может оказаться так, что ваша жизнь станет такой, какой вы никогда ее не представляли. Возможно, вы смотрите эту программу с чувством, что ваша жизнь зашла в тупик или разбилась о скалы». Возможно, вы держитесь за последнюю соломинку, и у вас не осталось надежды. Я хочу вдохновить вас и сказать, что есть купец, который ищет, разыскивает именно вас. Он хочет взять вашу жизнь в свои руки и сделать ее чем-то прекрасным, подарить вам божественную цель, чтобы вы могли ходить в его свете, его путями и исполнить ваше предназначение. Да? Сейчас вы можете находиться очень далеко от того места, где Бог предназначил вам быть, но уверяю вас, Он способен вывести вас оттуда, где вы есть, туда, где вам нужно быть. Он принес величайшую жертву, чтобы спасти вас. Слава Богу, что Он не сделал никаких исключений. Он не сказал всякие кроме. Он не сказал только не этот человек, или не тот, кто ввязался в это, или тот, кто оказался в такой ситуации. Он не сказал, если вы пережили такое, то оставайтесь сами по себе. Нет, Бог верен нам. Иисус. Тот купец, который ищет драгоценные жемчужины и готов принять их, где бы они ни оказались, таково Царство Небесное, такова весть Евангелия. Если вы смотрите это и не знаете Господа, придите ко Христу сегодня, и Он примет вас. Откройте для Него свое сердце, помолитесь и попросите Его простить вам о ваши грехи, без промедления, отдайте Ему свою жизнь. Следуйте за ним и сделайте его Господом вашей жизни. Если вы христианин, который отступил, отошел от Господа, обратитесь к Нему прямо сейчас. Отдайте свою жизнь в Его любящие руки. Доверьтесь вновь Его могуществом. Его руки формировали галактики. Его руки раскрасили небо звездами. Его руки много лет назад были пригвождены к римскому кресту ради вас, потому что Иисус очень вас любит. Когда вы верите себя в Его руки, вы будете в них вечно. На протяжении всей вечности вы будете с Ним на небесах, с драгоценным, бесценным Иисусом, возлюбленным вашей души. Аминь.